Загляни в лавку rpgdon.com. Закажи услуги драйвера по прокачке и фарму. Подробности ищи на сайте, а ссылку под видео. Всем привет, ребят! С вами Нитрыч, и играем в Black Desert Online. Сегодня мы поговорим о карме, а именно, как ее быстро восстановить. Выше города Велия находится замок Крон. Если вы не вытягиваете, допустим, стоять на споте и дальше благополучно качаться после того, как напкашили людей и карма у вас ушла в минус, то отличное место советую для отмывки. Так как здесь находится очень большое количество солдатов, а также такие небольшие укрепления. Делая полный круг вокруг этого замка, отмывается 20 тысяч кармы. Сейчас я вам продемонстрирую, в какие стороны ходить. Ну и атака мне позволяет заливать просто все это дело дождем. Здесь очень редко кто бывает. А если даже кто-то и бежит, вы просто-напросто сможете нажать спасение, уйти в тучки и тому так далее подобное. Откатиться как-то, да? Отмывался я здесь в выходной день, ну и заодно решил снять видео. Очень было много народу на спотах. Как видите, уже не первый игрок бегает возле меня и просто-напросто игнорирует, не нападает. Хотя видит, что я красный. Потому что персонажи здесь 40 плюс левела, приходят по цепочке квестов. Ну и возвращаемся на ту же точку, откуда начинали. И так по кругу. Спасибо, ребята, что смотрели данное видео. Подписывайтесь на канал, заходите к нам в группу ВКонтакте. Пишите свои комментарии. Может быть, вы какое-то еще знаете местечко укромное. Ну и как всегда, всем удачного дропа. Пока-пока.